Между тем, в мексиканском штате Халиско активизировался вулкан Калима. Накануне он начал извергаться и выбросил в небо плотный столб пепла. Свои дома в деревнях, расположенных у подножья огненной горы, покинули более 300 человек. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Отмечу, за последние 440 лет вулкан извергался более 40 раз. Последствия его активности ощущают на себе сразу несколько населенных пунктов штата Халиско.